Здравствуйте, дорогие мои рыбы! Сегодня для вас сделаем расклад и посмотрим, что ожидает рыб с 23 по 30 июня, то есть на конец месяца. Какие у вас будут события на последнюю неделю месяца. Итак, достаем по одной карте на каждый день. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. Так, доставим первую карту на 23. 23 у рыб будут какие-то стремительные события. Видите, корабль поднялся в воздух и полетел, а не поплыл по морю. Это карта, ой, это карта у нас с вами путешествие, перемещение. Карта, приносящая удачу, она в положительная карта в положительном ключе. Корабль у нас десятка пик. Это поездки, богатство, зарубежные страны, любое транспортное средство, какой-то обмен, торговля. Карта предвещает новые перспективы, планы, возможность удачи в каких-то делах, удачную поездку, удачное путешествие. Корабль с парусами – это символ движения, проявление инициативы. Когда ваше равновесие может быть нарушено, но в вашу пользу. Также это могут быть выгодные поездки, торговля, финансовые дела. Все в положительном ключе по этой карте. 24-го выпала карта коса. Коса – это когда вы что-то будете останавливать, обрезать, что-то ненужное, что уже отжило и не приносит вам пользы. Карта предвещает опасность и предупреждает о необходимости быстро и адекватно, самое главное, адекватно реагировать на непредвиденные обстоятельства. Пока по этой карте коса могут вполне быть какие-то несчастные случаи, могут быть какие-то разрушения, опасности, разделения, потому что коса режет, да, разрыв, какие-то потери. Но самое главное, конечно, по этой карте, что это приходит время, когда вам нужно срочно вот ориентироваться, принимать какие-то быстрые действия, решения, причем трезво, с трезвым умом, понимаете? Так, следующее у нас 25-е. 25-го вам приходит карта лупы. Этой карты нет в классической колоде Ленорман, но она здесь у нас есть, и она говорит о том, что вам нужно будет присмотреться. Присмотреться к тому, что происходит вокруг вас. Присмотреться к каким-то мелочам, то есть обратите свой взор не на глобальные какие-то вещи, а вот доковыряться, докопаться до мелочей, рассмотреть эти мелочи, познакомиться, так сказать, поближе, сосредоточиться, изучить, проанализировать вот прям вот текущие проблемы ближе, ближе и ближе. Возможно, вам при использовании этого увеличительного стекла поможет найти какую-то ясность, обрести ясность, поможет добыть какую-то информацию, поможет прочитать какой-то мелкий шрифт в каком-то документе, то есть изучить какой-то договор, какую-то информацию, обязательства. В общем, то, на что вы раньше не обращали внимания, вдруг вы решите обратить внимание, поискать как сыщик, как Шерлок Холмс, поковыряться в вещах и найти истину. А еще это бывает, что по этой карте некоторые люди чрезмерно углубляются и делают из мухи слона. Такое тоже бывает, но чаще всего эта карта говорит о том, что
Буквально нужно доковыряться, докопаться до мелочей, поискать, сосредоточиться, посмотреть. Может быть, кто занимается финансами, к вам может прийти какой-то финансовый аудит, что-то искать, проверять, высматривать, докапываться. В общем, будьте внимательны по этой карте. Дальше у нас 26 числа карта времени. Этой карты тоже нет в классической колоде, но она есть здесь. Она говорит о том, чтобы мы обратили внимание на то, как мы используем свое время. Потому что время – это наш ресурс. И мы, вот самое прямое значение этой карты о важности времени в нашей жизни. Потому что время может приближаться, может удаляться. Часто ли мы время используем с умом? Что за этим у нас стоит? Иногда мы тратим попросту свое время на каких-то ненужных людей, на ненужные дела. А иногда мы тратим время очень даже с пользой. Например, когда мы закончили какой-то курс быстро, с успехом, экстерном. В общем, эта карта указывает на то, чтобы использовать свое время мудро. И вы должны по этой карте проанализировать, куда вы используете свое время, на кого вы его тратите. Так, дальше у нас карта ребенка произошла. Ребенок – это, конечно же, что-то новое. Новые начинания, иллюзии, какая-то наивность даже, ранимость. Это благоприятная карта. Это у нас валет пик. Карта благоприятная. Начало пути, какого-то нового начала пути, в котором есть хорошие возможности. Карта говорит о том, что вы идете в ногу со временем, вы восприимчивы и способны к новым идеям, к новым перспективам. И здесь она как раз падает на карту нашего корабля, который как раз наводит шумон, наводит беспокойство в нашей устаканившейся жизни и говорит, что пора двигаться к новым берегам, к новым целям. И здесь вот карта ребенка говорит о том, что вы восприимчивы и готовы идти к новым целям, к новым перспективам. Символизирует ваше доверие, гармонию. И также, для кого это актуально, эта карта может говорить о зачатии, рождении ребенка, да? Ну, эта карта-то, как вы понимаете, эта карта более длительного характера, нежели на один день. Следующая карта у нас выпадает, карта друга, карта собака называется. Это ваш верный друг, пес, который всегда рядом с вами. Собака, десятка червей – это преданность, доверие, верность, дружба, опора. Что она у нас символизирует? Собака символизирует дружбу, помощь, постоянство. Символизирует верного друга, партнер, надежного человека, на которого можно положиться. И собака предвещает удачу. То есть у вас положительная карта, положительная карта, положительная карта, предвещающую удачу. Также по карте Ленорман собака говорит, что нужно доверять своим инстинктам, которые предупреждают об опасности, трудностях. То есть ориентируются, как собаки вот ориентируются, вот нюхом чуют, да, заранее. Так и вы будете во владах со своей интуицией, сможете видеть какие-то знаки и предчувствовать какие-то ситуации. 29 числа вас посещает карта сада. Сад – это когда вы находитесь вне дома. То есть, когда вы пытаетесь выехать куда-то на природу, где есть большое количество скоплений людей. Это городские парки, стадионы, общественные какие-то места. Может быть, на шашлыки поедете. Может быть, на какой-то концерт попадете.
под открытым небом. В общем, там, где много людей. И последняя карта, 16-я карта, это карта звезды, шестерка червей. Это вдохновение, судьба, исцеление. Это божественное провидение, космос, законы Вселенной, духовные устремления. Это очень счастливая карта. Символизирует надежду, вдохновение, будущие успехи. Карта говорит также и может говорить, что если вдруг вы какая-то там известная личность, то у вас может начаться и звездная болезнь. Но карта предупреждает, что в любом случае вы должны все-таки оставаться самим собой, оставаться человеком. Символизирует судьбу, реализацию ваших задуманных планов. Вот, поэтому карта помогает нам обрести себя и стать теми, кто мы есть на самом деле, при том, что мы реализуем свой потенциал. Вот такой вот у вас получился расклад, дорогие мои рыбы. Движение вперед, начало чего-то нового, рассмотреть свои цели, на что вы тратите свое время, свои мысли. Поискать, поисследовать, поковыряться в мелочах, сделать какие-то свои выводы, обрезать. Вы знаете, вот кроме вот эта карта, я не вижу рядом вообще ни одной плохой карты. То есть это говорит о том, что вы просто разберетесь со всеми вещами и поймете, что что-то просто нужно выбросить, убрать из жизни и все. То есть это не будет какой-то глобальной, не знаю, там, потеря, катастрофа, авария. Это, потому что когда идут вот такие глобальные плохие события, они сопровождаются рядом прям чередой плохих карт. А здесь, наоборот, вокруг только добрые, душевные карты. Карта ребенка, карта собаки, корабля, сада, звезды, времени. Это все-все положительные карты, очень счастливые карты, которые приносят удачу, счастье. И эти карты говорят о том, что у вас все в жизни будет хорошо. А здесь, возможно, вы просто будете уборку в доме делать генеральную и выбросите, наконец, то, что перекладывали с места на место, что уже давно не нужно. Ну что ж, дорогие мои, а здесь вот прям карта звезда, она говорит о новых высотах, вообще о чем-то вот другом таком, знаете, прямо вселенского масштаба. Вот прям вы вполне можете стать звездой, и вы вполне можете по этой карте дотянуться до звезды, вы вполне можете по этой карте решить какие-то, реализовать какие-то планы, такие прям глобальнейшие, звездные. Чего я вам, в общем, и желаю, дорогие мои рыбоньки. Будьте счастливы. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Мне, я буду очень счастлива, если вы мне будете писать комментарии, помогать мне раскручивать мой канал, потому что комментарии как раз помогают продвигать видео на YouTube. Потому что я вновь и вновь заново пытаюсь опять стартовать свой этот канал. Потому что я там нерегулярно ставила видео, пропускала, и опять с нуля, опять все сначала, опять снова в бой. Но я оптимист, я во все это верю, так что с вашей помощью мы стартанем. Удачи нам всем, всего хорошего вам и до новых встреч!